Доброе утро! Сегодня я расскажу вам о технике рисования цветным песком. Я мастер песочной анимации Елена Кадырова. И цветной песок я открыла не так давно. Мы с вами сейчас попробуем нарисовать картину Ван Гога «Звездная ночь». То есть для этого мы сначала начали рисовать синим песком. Делаем подобие неба. Берем желтые звезды. Обязательно гора. Ну, вот у нас уже такое некое подобие картины. Дальше мы можем ее превратить, например, в поляну одуванчиков. Далее пусть у нас вырастет дерево с цветами. На самом деле техника очень веселая, потому что можно смешивать вот все эти краски, цвета, совершенно не запачкав рук. При этом мы рисуем руками. И единственное, скажем так, то ли плюс, то ли минус в том, что картина эта на один раз. Когда мы закончим, уже ничего ее не сохранит, кроме фотографии. Но зато всегда мы открыты к импровизации. Можно создавать любое настроение. Такое занятие песком понравится как взрослым, так и детям. Опять же, развивает мелкую моторику, ну и пилингует кожу рук. Так что женщинам тоже понравится. С добрым утром!